Рада приветствовать вас на моем канале «Рукоделие как хобби». Меня зовут Светлана, и на своем канале я рассказываю про рукоделие, про творчество, в основном, в частности, про вязание. Это видео будет о пряже, ее будет три вида, третий вид еще не пришел, скоро придет, я дополню. Это видео получается, которое я заказала непосредственно на Валберес, когда там были супер прям какие-то сумасшедшие скидки и акции. Вот, поэтому давайте начнем. Начнем мы вот с этой пряжи. Это идет 100% акрил. Цена была просто великолепная. За 5 мотков, по-моему, что-то в районе 11 белорусских рублей она мне получилась. Ссылки никакие оставлять не буду. Так, секундочку, у меня тут котенок мой под ногами, надо его с мячиками там, ну, там играется. Немножко отвлечь, чтобы на кресле, когда я, если колесиками поеду, да, не придавить его. Значит, по поводу вот этой пряжи. Это 100% акрил. Ниточка довольно-таки мягкая, как по мне, не слишком колючая. Вот сейчас я прикладывала к шее, но 5 мотков в районе 11 белорусских рублей. Ссылки оставлять не буду, потому что это не реклама, я ничего не рекламирую. Я просто делюсь тем, что я покупаю себе, где покупаю, по какой цене. Да? Думаю, многим будет это интересно и полезно. Вот. Но цвет был абсолютно другой. Пришел абсолютно другой, чем на картинке. Вот это меня разочаровало. На картинке он был прямо таким нежно-бежевым. Наверное, я даже не найду показать. Сейчас подумаю. Нашла показать образец. То есть он на картинке был чуть более насыщенный. Вот такой вот прям бежевый, как у этой коровки носик, да, мордочка. Здесь камера высветляет очень сильно. Ну, то есть бежевый, светло-светло такой бежевый должен был быть и подписан. Он был тоже как бежевый, а по факту пришел вообще очень похожий на какой-то цвет хаки светлый. Короче, вот это меня разочаровало, но я эту нитку буду миксовать. Это будет смесь из нескольких ниток, и, скорее всего, из этой пряжи будем, наверное, вязать кардиган большими спицами. Вот, это получается у нас первая пряжа. Вот это получается вторая пряжа, тоже была на хорошей акции. За 3 мотка, где-то в районе 10-11 белорусских рублей. Сейчас скроем, посмотрим. И вторая, вот такая пряжа. Я давно на нее смотрела. Я видела эту пряжу на AliExpress. На AliExpress один моток такой пряжи на наши белорусские деньги стоил где-то в районе 4 рублей с копейками. Здесь получается, мне очень нравятся цвета. Они довольно-таки яркие, интересные, насыщенные. Мягкая пряжа, написано, что это акрил 100%, хотя продавец там заявляет, что там какой-то процент хлопка, но нет. Пряжа очень мягкая, нежная, мне нравится прям тактильное ее ощущение. Что с нее вязать, я пока что не знаю, но суть в том, что за 3 мотка цена была, по-моему, 11 рублей или 10 с копейками. Ну, как бы грех было не взять. Единственное, мне кажется, что как будто бы этот немножко другой. Нет. Не знаю, что с нее буду вязать. Так, по метражу, что у нас получается? Давайте поглядим, где-нибудь тут есть. 50 грамм. Так, сейчас я попробую в карточке продавца посмотреть ее метраж. Цвет 19. Колор 19. Так, сейчас я в карточке продавца гляну метраж. В метражу указано 220 метров. Ну да, ниточка довольно-таки тоненькая на самом деле. Вот, ее тоже в смесовку хорошо с чем-то будет. Вот, поэтому что с нее вязать я буду, я не знаю. Не знаю. Вот, ну и ждем третью пряжу еще. Я давно ее очень хотела. Еще, наверное, зимы. И, наконец-то, тоже на нее была скидка. И я ее заказала. Так что ждем.
Так, продолжение моего видео про пряжу. Я извиняюсь за гул, потому что очень жарко. Я включила вентилятор на самую хотя бы минимальную скорость, чтобы было полегче. Очень жарко. Сейчас утро, только часов, наверное, 10. И невозможная духота. Ходила вот забирать на Валберис. Значит, что? Сейчас скроем, посмотрим. Но немножко разочарована уже в том плане, цвет немного другой. Там должен быть ярко-красный, а здесь по факту бордовый. Сейчас я прикреплю скрин фотографии. Я понимаю, что фотографии искажают. Ну, блин, я так надеялась, что там ярко-красный будет. Скрин здесь вот я прикреплю, наверное. Ну, и сейчас посмотрим. И давайте посмотрим, какого цвета она есть. То есть она получается у нас такого бордового цвета. Вот этот, а должен быть вот этот бордовый красный. Вот это, за счет этого камера реально высветляет. В реальности она темнее. Вот. 400 метров получается. Это белорусское производство. Слонимская. Крючок, смотрите, 2-3. Ой, извиняюсь, спицы 2-3. Крючок у нас 1,5-2. Цвет пряжи. Меланж. Луговые цветы называется. 100 грамм. Мурка. Помощница такая, честное слово. Так, цвет называется луговые цветы. 100 грамм, 400 метров. Малая. Сейчас я займу котенка чем-нибудь и продолжим. Так, дала ей пакетик какой-то, нашла. Значит, 100 грамм, 400 метров, 30% меринос, шерсть и 70% пан. Но она действительно, она такая мягкая. Чуть-чуть покалывает все-таки. Вот к шее сейчас приложила, но не критично. Я из нее хотела связать себе кофту. И на больших спицах, чтобы кофта была такая, в кавычках, жидкая, если можно так сказать, да, не сильно плотно. Вот, но я смотрю, на спицах, наверное, на четверочке можно будет попробовать. Как она будет ложиться в полотне, но я думаю, эффект должен быть интересным. Вот, поэтому, ну, задумка у меня такая интересная, скажем так, 400 метров. Я думаю, у меня маленький совсем размерчик, мне должно хватить. Я надеюсь на это. Вот, цена была ее, если мне память не изменяет, по скидке за 3 мотка в районе 24 белорусских рублей. Вот. И последнее, что хотела показать в этом видео покупки с Вайлдберриса, да, для рукоделия, это вот такой набор крючков. Крючки вот эти девочки берут, я смотрю, пишут в комментариях, в самолет, потому что металлические нельзя. И бамбуковые спицы берут тоже в самолет, если вот при перелетах вязать. Крючочки вот эти вот все, они довольно такие хлипкие. То есть ими вязать без особого натяжения, потому что, я думаю, они просто сломаются. Я купила из-за того, что здесь, получается, есть крючок десятка. В планах тоже проект вязать именно на таком большом крючке. Поэтому я посмотрела по ценам, отдельно покупать крючок десятку. Это в районе 5 белорусских рублей. А здесь целый набор стоил 9 белорусских рублей. Поэтому вот эти вот крючки, я думаю, они будут вот эти достаточно прочные. Вот эти я не уверена. Они могут с легкостью, мне кажется, поломаться. Вот, вот такое видео у меня получилось. Пишите в комментариях, покупали ли вы с Вайлдберриса какие-то товары. Может, точно такие же, как я. Как они для вас, нравятся, не нравятся вообще. Как бы с Вайлдберриса покупайте что-то для рукоделия. Обязательно подписывайтесь на канал. Еще будет много интересного. Будем вязать с этой пряжи. Посмотрим, что получится у нас. Вот, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем огромное спасибо за интерес к моему каналу. Спасибо за комментарии, которые я уже получила. Всем желаю самое главное здоровья, творческого вдохновения, удачи, счастья. Пока-пока.